приветствую вас на канале Аша. Подготовила сегодня очередную универсальную сеточку с очень интересным способом исполнения, достаточно простым. Раппорт ее составит 3 петли и 6 рядов по высоте. И прежде чем перейдем к мастер-классу, напомню про свой телеграм-канал. Ссылка на него будет закреплена в комментариях к данному ролику. А сейчас переходим, все внимание. Начинаем с первого ряда раппорта. Кромочная петля, делаю накид. И теперь провязываю 3 петли вместе. Следующим образом. Сначала 2 петли провязываю вместе лицевой за задние стенки, получившуюся петлю возвращаю обратно на левую спицу и перекидываю через нее третью петлю. Переснимаю готовую петлю и делаю накид. Первый ряд накид, 3 петли вместе и накид. Второй ряд кромочная, лицевая за переднюю стенку и 2 изнаночные петли. Повторю, у нас 2 накида совмещены, поэтому мы совместные накиды провязываем изнаночная, лицевая. Но начинаем с лицевой петли. Лицевая, накид провязываю за переднюю стенку, потом изнаночная и следующий накид я провязываю изнаночным способом. Сейчас третий ряд, кромочная, потом 2 петли вместе, лицевой за задние стенки, получившуюся петлю возвращаю обратно на левую спицу и еще раз провязываю ее лицевой за заднюю стенку. А потом делаю накид и просто изнаночная петля. Четвертый ряд раппорта, кромочная, лицевая, затем я делаю накид и провязываю следующие 2 петли вместе, 1 изнаночной. Повторю, лицевая, накид и 2 петли провязываю вместе, 1 изнаночной. Пятый ряд раппорта, все петли провязываем лицевыми. Контролируем, чтобы они у нас получались прямые. То есть какие-то петли я провязываю за задние стенки, а какие-то за передние стенки. Но они все лицевые. И заключительный шестой ряд полностью провязываем изнаночными. На этом, друзья, я завершаю мастер-класс. Обязательно сохраните этот ролик в своей копилке. Он вам пригодится, я в этом уверена. Лайки, позитивные комментарии я от вас жду. Всем желаю чудесного настроения, чудесного дня. Всем пока!